Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Хвала Тебе, наш Господь. Великая Тебе благодарность. Ибо Ты предупреждаешь, что горе смеющимся ныне. Ибо смех их обратится в плач и радость в рыдание. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. И нас помилуй, Господь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Господи, помилуй нас. Благодарим Тебя за все Твои милости и щедроты, Христе Боже наш. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. За все Твои милости и щедроты и долготерпение мы благодарим Тебя, Христе Боже наш. Пошли добрых свидетелей, Господи, засвидетельствуй миру о скором его конце, дабы познали люди Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобой Иисуса Христа. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Пошли добрых свидетелей, миссионеров, к христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и всем возвести о радости Твоей, о дарованной нам во Христе Иисусе спасении. Ибо верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную, а неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Аллилуйя! Спаси нас, Господи, помилуй! Спаси и благослови! Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. И дух и невеста говорят, приди, ей, Господи, гряди, церковь ждет Тебя. Ты сам сказал, никакие прелюбодеи, пьяницы, насильники, убийцы Царствие Божие не наследуют. Их ожидает огонь вечный, где чернь не умирает, а огонь не угасает. А праведникам, которые помогали ближним, напоили, накормили нуждающегося, посетили в узах и болящего, ты скажешь, войдите в радость Господина своего. Я жаждал, и вы напоили меня, я алкал, и вы накормили меня. И спросят, где мы Тебя видели, Господи? И Господь скажет, вы помогли одному из малых сих верующих в Меня. Вы посетили Меня. Слава Тебе, Боже! Хвала Тебе! Ты так близок к каждой душе, молящейся Тебе. Ибо время Твое пришествие приближается. И что ответит человек, не зная истины Твоей, любви Твоей, Господи? Что Ты умер за каждого человека, пролил Свою пречистую кровь. Слава Тебе! Ибо верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную, а неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Аллилуйя! Благодарим Тебя, Господи, за сей день, которого никогда еще не было во Вселенной. Ты любишь творение Твое, Господи. Ты посылаешь дожди, в свое время. Ты поливаешь, Господи, солнцу восходить над злыми и над добрыми. Ты любящий Создатель, хвала Тебе. Даже упоминание о имени Твоем приводит людей в страх. Ты страшен, Господи, прикасаешься к горам и горы дымятся. Ты пришел на землю и умер за грехи людей. Хвала Тебе, Господи. Ибо будет суд Божий, когда человек ответит за каждое слово, которое он сказал. За мысли, слова и движения потребует ответа. Дивный и страшный Господь. Прежде нашего рождения, Господи, Ты знал всю нашу жизнь. Помилуй нас, Владыка. Помилуй, спаси и сохрани. Мы на Тебя уповаем, Господи. Возвысь церковь Твою православную и сохрани от всякого зла.
Благослови патриарха, епископов, священников, паству и даруй им рождение свыше. Избави их от сребролюбия, от симонии, от всего, что не славит Тебя. В каком презрении ныне церковь за наше дурное поведение. Прости нас, Господи, мы недостойны предстоять пред Тобою. Очисти, омой, убели и благослови, дабы истину Твою возвестить многим людям, не познавшим Тебя. И здесь приходят люди во тьме, в грехах. Ты говоришь, ни один прелюбодей, блудник, пьяница, развратитель, табакур, наркоман Царствие Божие не наследует, но гнев Божий пребывает на них. Прости нас, Господи. Мы просим Твоей милости на правителей наших. Вразуми их, Господи, дай им страх Твой святой, чтобы они знали, что с начальствующей будет строгое взыскание на том страшном суде после смерти. Сохрани их от покушения на них. Коснись сердца Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена и Амана. И дай, Господи, мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. И научи нас ценить достойно это мирное время. Приготовь землю к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную, когда треть населения земного шара погибнет и сгорит в огне. Так говорит нам Святая Библия, и мы верим в это. Это творение Твое, Господи, отступившего от Тебя, грехами приближает суд антихристом. Господи, Господи, Боже наш, когда воссядет один правитель над всем миром и будет царствовать 3,5 года из колена Данова и народа израильского, помилуй нас, Господи, чтобы вместо Тебя, истинного Мессию, не приняли того, кто отрицает Тебя. Ты призываешь к покаянию и отступников, и распинателей своих. Господи, слава Тебе! Милосердный, помилуй нас! Ибо нет иного Бога, кроме Тебя. Ты Создатель, любвеобильный Бог. Мы перед Тобою предстали. Мы желаем прославить имя Твое святое. Хвала Тебе, Господи. Слава Тебе, честь и поклонение за великие неизреченные милости Твои. Твое долготерпение, Господи, оно велико и непостижимо. Ибо Ты всех врагов попираешь в грязь. И от прикосновения Твоего горы дымятся. Как же человеку не убояться Тебя? Ты любовь, Ты свет, Ты радость. Ты сам сказал, Ты есть путь, истина и жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через Тебя. И нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись, кроме имени Иисуса Христа, умершего за наши грехи и воскресшего для нашего оправдания. Слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Слово Твое, Святая Библия, Евангелие, есть свет просвещенным. Делающий добро идет к свету, дабы явно были дела его. А делающий злое ненавидит свет и не идет к свету, дабы не обличились дела его. Ты сам сказал, что нам всем надлежит предстать пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Верующий в Тебя, омытый кровью Твоей пречистою, будет с Тобой в Царстве Небесном, а отвергающие Тебя грешники будут брошены в огонь вечный, где червь не умирает и огонь не угасает. Горе душе неверующей, горе расслабленным коленом. Ты сам говоришь, долго ли вы хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то поклонитесь Ему. Если Вил, Ваал есть Бог, кланяйтесь им, отойдите от меня, проклятый, в огонь вечный. Я никогда не знал вас, вот что услышат грешники в судный день. И воистину есть Божий суд на перстнике разврата.
есть грозный судья, он ждет. Он недоступен звону злата, и мысли, и дела он знает наперед. Хвала тебе, наш Господь, слава тебе, милосердный. Устраши правителей, Господи, ибо время близко, чтобы они издавали мудрые законы и дали достойную жизнь людям, дабы было из чего уделять нуждающимся. Научи нас быть сострадательными. Господи, воззри на детей Сирии, заброшенных, погибающих. Простри Твою длань к ним. Спаси их и помилуй. Это чувство любви к людям даешь Ты. Всякое доброе даяние от Отца Светов. И никто не может признать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Хвала Тебе. Мы просим Твоей милости, Господи. И этой стране еще продли мир, дабы люди уверовали в Тебя, приняли Тебя как Спасителя и очищенные через покаяние и крещение с полным троекратным погружением получили прощение грехов. Мы благодарим Тебя, наш Господь. Слава Твоя да превыше перед них. Хвала Тебя, наш Иисус. Милости Твоей полна земля. Ты сотворил землю и небо, солнце, луну и звезды, зверей, птиц и рыб. И все покорил под ноги человека, чтобы он был хозяин добрый. Господи, как испорчена вся земля от нашего нерадения, от преступлений. Пощади, Господи. Слава Тебе. Хвала Тебе, Господи. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон Твой люблю, говорит Давид. Ты сам сказал, исследуйте Писание, ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную, а они, Писание, свидетельствуют о Тебе. Хвала Тебе, Господь, за святых апостолов, за тех, кто собрал книги вместе и назвал их Святой Библией. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе, ибо сегодняшний день мы не знаем, чем закончится, и все наши планы рухнут, и эта жизнь как одно мгновение пройдет, а ожидает человека целая вечность. Прости нас, Господи, за небрежение, что мы молчали, боялись друг друга сказать правду в глаза. Ты сам сказал, если грешник согрешает, и ты не обличил его, он погибнет, но его кровь я взыщу с твоей головы. Прости меня, Господи, прости. Но если ты обличал его, не боялся, что это царь, правитель, и он не принял его кровь на его голове, а ты спас свою душу. Так говорит нам пророк Иезекииль. Хвала тебе, Господи, слава тебе. Апостол Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. За ним гонялись убить его, но ты спас его, Владыка, и он оставил на своем письма послания, через которые мы научаемся любить тебя. Ибо вера от слышания, а слышание от слова твоего. Слава тебе, Боже, слава тебе. За наше поведение, Церковь Православная, в таком презрении ныне. Прости нас. Мы виновны в этом, Господи. Мы своей жизнью не показали пример. И то, что мы, дети Твои, похожи на Тебя, это не так. Пощади, Господи. Мы сознаемся в прахе и пепле. Мы виновны перед Тобою. Очисти уста наши и сердца, чтобы мы безбоязненно понесли Слово Твое в этот мир. Сохрани нас, Господи, от недоброго взрения. Закрыли уши от клеветы на брата. И за всякое праздное слово человек ответит на суде. За всякое гнилое слово будет спрос с каждого. Страна погрязла в сквернословии. И везде ложь и неправда. Прости, Владыка. Ибо всякая ложь от дьявола, ибо он лжец и отец лжи. Благодарим Тебя, наш Христос. Слава Тебе, милосердный. Ты дал нам святую Библию, ибо Слово Твое – светильник ноге моей
и свет стезе моей. И все наши заблуждения от того, что люди не знают Писания, не знают силы Божией, что для тебя все возможно. Ты из праха поднимаешь нищего и воскрешаешь мертвого Лазаря. Благодарим тебя, Бог, дивный наш Спаситель, Христе Боже наш. Аллилуйя! Не оставь наследие Твое. Благослови нас, Господи, установи мир в семьях, чтобы все знали, что муж – глава семьи, а не жена. Чтобы она была в полном послушании при его добрых советах, дабы дети чтили родителей. Ибо проклят, кто злословит отца и мать, а она все погрязла в матерном слове. Прости, Господи, пощади. Тебе славу воссылаем. Ты достоин всяческого восхваления. Единый, вечный, мудрый и всюду присутствующим, всезнающий Бог. Аллилуйя! Богородица Дева, радуйся, обрадана Мария, Господь с тобою. Благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко родилась и Христа Спаса, Избавителя душам нашим. Веруя во единого Бога, Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимо же всем и невидимым, во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечился, распятого же заны при Понтийском Пилате, страдавша и погребенна, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живых и мертвых, его же царствию не будет конца. И в Духа Святого Господа истинного, животворящего, и же от Отца исходящего, и же с Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки во единую, святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую единокрещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвым и жизни будущего века. Аминь. Господи Боже наш, слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови. Верующий в Сына Божия Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Научи нас ценить каждый день, каждый час и каждую минуту невозвратную. Ибо богач мучился в огненном потоке. Он горел и вопиял, каплю воды просил, но каплю влаги никто ему не мог подать. Ибо между праведными и грешными великая пропасть, так что хотящие перейти оттуда сюда не могут, и отсюда к ним не переходят. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Мы, как блудные сыновья, вопием к Тебе. Помилуй нас, Господи, и как мытарь бьем себя в грудь. Боже, будь милостив ко мне грешному, я недостоин поднять глаза свои к небу. Прости, помилуй и благослови. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Хвала Тебе, наш Господь. Тебя денно и ночно славят небесные силы вопия. Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его. Аллилуйя!
Благодарим Тебя, Господи, за все Твои милости и щедроты, за Твою близость к вопиющим к Тебе. Аминь. Господи Боже наш, слава Тебе, не оставь наследие Твое, услышь вопиющих Тебе. Ты сам сказал, воззови ко мне, и я услышу Тебя. Благодарим Тебя, Господи, милость Твоя велика. Слава Тебе, аллилуйя. Спаси нас, Господи, и помилуй. На Тебя бы уповает душа моя. Благодарю Тебя, Господи, и славлю Твою милость. Хвала Тебе, Иисус. Господи, пошли добрых проповедников, миссионеров, благовестников, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и всем возвести о любви Твоей безмерной, что Ты, Господи Иисусе Христе, умер за грехи людей, дабы эта благая весть коснулась каждого сердца, и горе смеющимся ныне, ибо восплачут и возрыдают, и блаженны плачущие, ибо они утешатся. Хвала Тебе, наш Господь, слава Тебе, милосердный Создатель, за неизреченную милость Твою. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны миротворцы, ибо они наречены будут сынами Божьими. Блаженны, когда будут вас гнать и поносить за имя Мое Святое, сказал Ты, Господь, ибо велика ваша награда на небесах. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Враг, свершенный с неба, дьявол, лютует против Тебя. Ибо близко спас, Господи, Боже наш, слава Тебе. Прости нас и помилуй, прости и благослови, ибо смех людей обратится в плач и радость в рыдание. Аллилуйя! Спаси нас, Господи, и помилуй, спаси и сохрани.